Всем привет! Чем же мы проводим профессиональную гигиену полости рта? А мы проводим на самом профессиональном оборудовании швейцарский аппарат Profilaxis Master. А это порошок на основе эритритола. И размер его частиц 14 микрон. Это в 3 раза меньше, чем человеческий волос. Он никак не повреждает вашу эмаль. В этом аппарате гигиенист контролирует подачу воды и порошка. Здесь регулируется вода и здесь подача порошка. Профессиональную гигиену в нашей клинике проводят только по швейцарскому GBT-протоколу. А это значит, что мы не используем острых инструментов, абразивных паст, и риск поцарапать вашу эмаль абсолютно исключен. Нет, это не мой обед. У нас сейчас будет эксперимент. Пигмент с перепелиного яйца с легкостью отошел, но с нежной шкуркой помидора ничего не происходит. А это значит, что порошок Airflow полностью убирает биопленку и не вредит вашей эмали. Ждем вас на профессиональную гигиену полости рта.